Всем привет! Сегодня вот хочу показать, как я кормлю перепелок, цыплят. Вот они, перепелки. Жара стоит сумасшедшая у нас. 37 градусов сегодня. Вот. Они уже начали нестись. Вот яички. И это первое яйцо. Кормлю. Вот наловил вот таких пискарей на банку. Сварил кашу, их отварил. И вот цыпком сейчас дал он. Вот это сейчас покажу. Вот здесь вареная рыба. И залил отруби и комбикорм куриный. Сейчас он разбух, уже остыл. Сейчас даю. Зелень добавляю. Ну, зелень так бросаю. Цыплята вот его. Едят хорошо, цыпки уже подросли. 6 или 7 петухов вышло. И сколько штук? 14-15 курочек. Перепела. Еще так. Только поставил недавно. Вот жарко, мучаются бедные, блядь. Не знаю, что делать. Сейчас кроликов тоже выпустил. Кролики вон выкопали. Яму себе третий где-то в другом месте лежит. Вот. Здесь жарко невозможно, блядь. Утяток вот, выношу на улицу. Вот они, утята. Сейчас их поставил в такую старую клетку, чтобы цыплята их не обижали. Вот им тоже наложил кашу. Вот, вот. Купались сейчас. Уже тоже подросли немного. Сейчас они вот рыбу эту будут есть. А они вымахают как на дрожжах. Закрою, чтобы цыпы не лазили. Ну вот так, перепела. Вот вчера было первое яйцо. Сегодня, видимо, утром что ли снесли. Вот 3 дня прошло, по-моему, 3-4 дня прошло, как я их привез. И вот яички тоже начались уже. Ну ладно, вот такие дела на сегодня. Рыба сейчас. Я и опарыша, и зелень, и рыбу. Сейчас надо пока... Есть возможность напичкать всю живность витаминами, чтобы зимою, на зиму все это им хватило. Вот так они, жарко вон бедные дышат. Сейчас, наверное, водой полью снизу или, блядь, не знаю. Ладно, спасибо за просмотр, всем пока, скоро увидимся.